для Баха эти хоралы – это своего рода философское, религиозно-философское завещание. Бах всю свою жизнь работал в церкви. Он всю свою жизнь взаимодействовал с Святым Писанием. И глубина, масштаб его веры, она определяет глубину и масштаб его творчества в целом. Мендельсон как написал об этом хорале, что он, ему трудно, я дословно сейчас, разумеется, вам не приведу эту цитату, но смысл был в том, что ему трудно представить свою жизнь без вот этого хорала. Это, конечно, особые страницы, да, это уже барочная лирика, ну, если особенно судить уже с позиции композитора-романтика, коим был Мендельсон, автор, вот, создатель такого уникального и восхитительного, удивительного жанра, как песня без слов. Но здесь возникает определенная трудность и определенная загвоздка. Я говорю в первую очередь о темповом аспекте. Строго говоря, хоралы играются в том темпе, в каком удобно спеть «Cantus Firmus». Если мы попробуем с тобой это дело спеть, есть мелодия, которая объединяется, да, которая представляет собой фразу, да, звуки объединяются в эту фразу. И, конечно, с точки зрения вот этого правила, да, выбор того темпа, который удобен для пения «Cantus Firmus». И тогда получается следующее. Тогда все-таки фраза, мы ощущаем этот покой на уровне фразы, строящейся из целиковых тактов. Ведь нота хорала, одна нота «Cantus Firmus» в данном случае равняется одному такту. То есть покой на уровне многотактов мы с вами здесь должны воспроизвести. Очень непростая задача. Давай попробуем сейчас. Постарайся сохранять вот этот покой и опираться только на сильные доли тактов. Тим, пам, пим, там, пам, пам, пожалуйста. При этом, последнее замечание. Пальчики очень близко, очень компактно все. Пожалуйста.
спасибо. Ира молодец, она смогла сразу практически уловить и воспроизвести без резкости, без каких-то бесконтрольностей, воспроизвести уже должное движение. Это было действительно хорошо.